Дошкольники в Покачах ставят опыт и попробовать себя в роли ученых можно в местном центре развития ребенка. Здесь благодаря победе в грантовом конкурсе нефтяников появилась своя лаборатория. Помогает детям компьютерная программа, разработанная Институтом науки. Все опыты проводит мальчик по имени Наураша. Он же озвучивает результаты и контактирует с детьми. В лаборатории 8 блоков, к примеру, пульс, свет, кислотность, сила и электричество. С помощью специальных датчиков юные ученые определяют, к примеру, температуру мороженого или огня свечи. Такие простые опыты помогают заинтересовать наукой самых маленьких. В будущем детям это поможет и привлечет детей, я надеюсь, к естественным наукам, которые даст им первый толчок в развитии нашей науки по всей России.